Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 11 сентября, и у нас в Ленобласти 28-29 на солнышке. Ой, вот солнышко ушло за облака. И больше 30 градусов, когда солнышко выходит. Специально градусник положила на травку, потому что выпустила погулять наших черепашек. Это последние такие теплые денечки, когда черепашки могут получать ультрафиолет. Не от лампы, а в естественных природных условиях. И желательно среднеазиатских черепашек содержать летом в загончиках. Но мы приобрели своих черепашек совсем недавно. Это был конец августа, начало сентября, когда погода у нас жутко испортилась, шли дожди. И вот буквально несколько дней у нас стоит солнечная теплая погода без дождей, когда наши питомцы могут погулять в природных условиях на травке. Собачки все дома. Здесь у нас никаких запрещенных трав нет. Это те самые одуванчики, клевер, сныти. Просто травка, которую я собираю каждое утро на завтрак. Вот наш киркулес-стесняшка сидит в одуванчиках. А Натан продолжает атаковать Афродиту. Солнышко припекает, мне даже очень-очень жарко. Афродита куда-то пытается уйти от приставаний Натана. Такие прогулки черепашкам очень-очень полезны в хорошую теплую погоду. На сухой травке у нас давно уже не было дождей, трава сухая абсолютно. И сегодня просто шикарная погода. Мне даже жарко, если честно, я стою, так это достаточно легко одета. Натан кушает клевер прямо в естественной природной среде. Натан у нас вообще молодец. С хорошим аппетитом мальчик. Геркулес тоже чего-то там осматривается. На будущий год сделаем для них специальный загон. Возможно, даже не будем ничего особо выдумывать, а просто оставим им свободную территорию на солнечную дневную погоду. Вот где у нас сейчас растут одуванчики около парника. Ой, одуванчики. Что это? Я уже вся в одуванчиках, все мысли в одуванчиках. Где растут кабачки и тыквы? Вот что-нибудь такого плана сделаем для черепашек свободного выгула и свободного проживания. У нас везде тут трава, и мы будем еще специально сеять клевер, ну вот осенью. Мы и здесь, собственно говоря, специально его сеяли. Так, Геркулес ушел налево, Афродита направо. Натан кушает. Самая основная сейчас моя задача – это не потерять их. Высокой травы здесь нет. Поляна у нас большая. Но Афродита прямо рванула. Посажу-ка я ее поближе к Геркулесу, чтобы хотя бы не в одну сторону наблюдать. А Натан пока кушает. Вот здесь дуванчики. Ох, Афродита покакала, вляпалась еще в какашку в свою лапкой. Ага, Натан, потерял невесту, вот тот же Обжоркин. Ты же высматривает такой. А куда, говорит, делась моя девочка, красавица? Ух ты, ползет и какает Афродита в нас. Классно, классно. Гуляем и какаем, делаем свои делишки на улице. Че, ребята, красота, лепота. Сентябрь плюс 30 градусов. Сто натанчик.
красавчик наш. Красавчик наш мальчик. Обжорка-то. Обжорка-то, Натанчик. Вижу, вижу, я недалеко тут сижу. Да, тут подорожник, который очень любит Натан. Клевер ему понравился. Рядом одуванчик. Да, нашел. Увидел одуванчик. Стараюсь погулять с ними как можно подольше, потому что неизвестно, какая погода нас ждет. Опа, откусил одуванчик, есть не стал. Клевер опять ест. Афродита уже убежала вот сюда. А Геркулес чего-то стесняется. Поближе к Афродите его посажу, чтобы он осмелел. Натан вообще пацан без комплексов. И за девчонкой поухаживал, и покушал, на солнышке позагорал. Афродита тоже молодец, дела свои сделала. Рядом поддорожничек маленький, молоденький. Ты его любишь, Натанчик? Влажность, кстати, сегодня тоже хорошая, высокая. Показывает мне термометр. Больше 70 влажности у нас на улице. Ну, Афродита что-то совсем убежал. Кушай, кушай, Натанчик. Запасайся витаминками, скоро зима. Придется ждать весны. Вкусняшек, солнышко. Ну вот и одуванчик, скажи, пригодился. Натан, я так понимаю, долго отсюда не уйдет. Вокруг него одуванчики, подорожник и клевер, которые ему очень нравятся. Зато Афродита у нас уже, о, куда ушлепала. Геркулес пока стесняется, продолжает сидеть в травке. Вернул Афродиту к одуванчикам и на солнышко. Самая основная задача у нас сегодня на прогулке – получить максимально много солнца.
А перкулес отлично сидит на солнышке. Все у нас измазаны кальциевой подкормкой, которая стояла у них в террариуме. Все панцири в кальции, в порошке. Я кальций добавляю на травы, и когда ребята начинают их кушать, все это высыпается на них. Ну вот солнышко вышло, и уже датчик показывает влажность 74, 32, 28. Вот на траве 28, на солнышке датчик 30. И влажность 74. Догоняй свою Афродитку. Натан наелся, похоже, и отправился куда-то в путь. Сквозь заросли клевера и одуванчиков. Ой-ой-ой, сейчас найдет Афродиту и опять начнет к ней приставать. Это ж какой, а? Угу. Мы сейчас вот так сделаем. Поменяем их местами, чтобы спокойно погуляла Афродита у нас. Да. Натан теперь нашел Геркулеса, а? Ух ты! Какой! Иди-ка ты вон побегай по клеверу. Какой активный у нас Натанчик. Да, еда, еда. Еда, говорит, это хорошо. Еда, это здорово. Ребятня, вы как-то не разбегайтесь в разные стороны. Давайте где-то вот тут вот на солнышке. На солнышке, да. О, догонишь Афродиту. Геркулес все стесняется у нас. Так, где на дуванчике вот так высадим. Ладно, хотя бы просто загорай. Танчик, давай в одну сторону гулять. Чего в разные стороны-то?
Вон туда, за Афродитой, вперед, по тропинке. Там заросли клевера. Нормально. Через доску прошел и пошел дальше. Натан, давай все-таки за невестой. Да, не надо в разные стороны. Давай в одну гулять сторону будем. Ой. Ох, уже датчик нагрелся, 31. Показывает на солнце. Жарко. Так, теперь Афродита у нас далеко ушла. Надо ее в обратную сторону повернуть. Давай-ка, красота! А вот сюда. Пожалуйста, тут мята у нас растет, пожалуйста. Угощайтесь. А Натан попал в джунгли из клевера, но успешно их преодолевает. Фу, какую протоптал дорожку. О, Афродита заинтересовалась клевером. Тут даже есть цветущий клевер, она его не заметила. Так, Натан продолжает свой. Смотрите, какой путь он тут протоптал. Так, ребята, цель нашей прогулки — получить как можно больше ультрафиолета. Вон лягушата попрыгали. Ага, а не сидеть в травке-муравке. Это вы и дома в террариуме насидитесь. Ой, Натан у нас, вот посмотрите на него. Почесал. Сиди на солнышке. Побегу догонять Натана. Вы посмотрите, какая у него скорость. Ну ты даешь. Натана надо выставлять на черепашьи бега. Он там будет победитель. Бегает, будьте нате. Крапивка, сныть, ты ее тоже любишь. Иди на солнышко, бегунец. Как быстро он ходит у нас.
Тю-тю-тю-тю. Давай на солнышко. Наша задача с тобой сегодня как можно больше природного ультрафиолета получить. Вон Афродита выкопалась из клевера. Опа! Какой-то скоростной у нас пацан. Бегом, бегом, бегом. Ой. Фух, припекает. Так что черепашки очень даже быстрые. Рептилии. Иди на солнышко. Тебе жарко? Чего ты в тенечек убегаешь? Натан. Ой. Пошли опять на солнце. Тебя все время в травку-то тянет. Сопротивляется, бежит, 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 бежит. От, бегун. Ушей поднимает весь такой вообще деловой. И так быстро убегает. И опять туда же, а? Ты сами. Что ж тебя в эту траву-то так тянет? Афродита тоже вся в клевер ушла. Дорогие друзья, у меня последние минуты на карте памяти фотоаппарата. Продолжать прогулку мы будем с ребятами, пока такая шикарная погода. Ну, а видео вы сможете посмотреть на канале нашего питомника. Обязательно после прогулки загружу все видео. И теперь мы с вами знаем, что черепашки очень даже быстро бегать умеют. Мы с Натаном уже, о, как ушли далеко от Афродиты. Так, все, Натан, я тебя возвращаю, ты уже совсем тут в траву сейчас сбежишь от меня. Вот, бежит, бежит он. Бежит он. Ой, сильный такой, обалдеть. Так. Фух. О, Геркулес голову высунул наконец-то. Геркулеса ожил тоже. Мы приблизились, он сразу опять спрятался. Иди уж в какую-нибудь одну сторону. Афродита вся в клевере. От Натана не отвернуться. Бабочки летают. Я уже убегалась за тобой.
такой скоростной черепундель. И там песчаная кучка у нас. Покопайся. Ой, еще и ругается. Почти природный ландшафт. Ничего себе, как носится. От тебя не отвернуться, друг мой. Ты же сейчас вообще у нас не поймешь куда. Ух ты, господи. Ну ты даешь, красавчик. Пошли вон в сторону, в другую. Да-да-да. Да-да-да, вон Геркулес сидит. Афродита вон куда протоптала. Афродита за все за это время вот тут метр прошла. А Натан у нас уже весь огород проверил. Опять убежал. Ох, Натан. Угу. Геркулес там голову высунул. Все в разные стороны, главное дело. Бегунец. Сейчас, дорогие друзья, остановится наша запись, заканчивается время на камере. Прощаюсь с вами ненадолго, увидимся в новых видео. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам! Царь горы у нас.